Мої вітання усім! З вами програма «Ти зможеш». Мінусова температура на дворі ще тримається, але любителі активного зимового відпочинку завжди знайдуть, як зробити своє життя яскравим та цікавим. Огромное ледовое сооружение высотой в 10 метров – это не чудо природы. Это дело рук организаторов международных соревнований по ледолазанию. Как вы догадались, сегодня мы будем осваивать именно этот вид спорта. Колобок Айсфест проходил в Днепропетровском детско-юношеском туристическом центре, где организаторы создали искусственные туристические препятствия. Здесь были 15-метровые трассы скалодрома с зацепами, ледодром и навесные бревна. Такие тренировки позволяют приобрести навыки и знания, используемые в экстремальном туризме – покорение горных вершин, ледников, болот и овражной местности. Ты только что проходил трассу. Сложно тебе было? Да ну так, интересно, экстремально, но не сложно. Ну, немного есть были моменты страха просто. Из-за волнения... Заволновался, может, из-за этого было сложно, то что трясет всего. Валик, а расскажи, ты скалолаз или ледолаз, или альпинист? Ну, я скалолаз в основном, но занимаюсь еще и пешеходным туризмом, и джампингом, ну, прыжки всякие, слэклайн, ну, это все связано, ну, на скалолаз я максимум, ну, месяц тренировался, и первый раз вот это полез. За что тебе нравится скалолазание или ледолазание? Ты получаешь очень дозу большого экстрима какого-то, адреналина именно играет, когда ты висишь и понимаешь, что ты на высоте, и ты только доверяешь веревке и страховщику, и себе. Главное, рукам доверяешь, и больше у тебя ничего нет. Соревнования по ледолазанию необычны для нашего региона, и они состоялись благодаря руководителю детско-юношеского центра, с которым мы и пообщались. Нелла Григорьевна, у вас первый раз такие международные соревнования по ледолазанию проходят? В прошлом году у нас присутствовали команды Днепропетровской области. Мы впервые проводили такой фестиваль ледолазания. В этом году география участников расширилась. И сегодня мы уже видим, что практически с каждой области Украины прибыли из зарубежья. А что бы вы хотели пожелать молодежи нашего города? Прежде всего, здоровье. И к здоровью здоровый образ жизни. Это очень важно. Поверить в себя и также преодолеть вершины, жизненные вершины, и достичь успеха и на профессиональной ниве, и в человеческих качествах. Посмотрев на ледовые сооружения, которые спортсмены называют сосульками, мы заинтересовались, как же их создавали. Обычно этот процесс держится в тайне, но для нашей программы сделали исключение. Оказалось, с помощью приспособлений, сделанных своими руками, на протяжении 2-3 недель капельным способом специалисты кропотливо наращивали ледовые трассы. На самом деле все очень просто. Вода из трубочек бежит на плоскости и замерзает. Самое главное – техника безопасности. Внутри все эти конструкции обмотаны веревками специальными. Вчера-позавчера было потепление. Не размерзалось ли это сооружение? Размерзалось. А что вы делали для того, чтобы ничего не произошло? Замораживали. Каким образом? Таким же. По ночам. Вы никогда не задумывались, чем занимаются ледолазы или альпинисты в межсезонье, когда нет ни снега, ни льда? Нет, они не уезжают в холодные края в поисках замерзших поверхностей. Они занимаются драйтулингом. На участке мужской трассы, вооружившись кошками и ледорубами, ребята карабкаются по участку безо льда. На языке профессионалов драйтулинг – это вид скалолазания по неледяной поверхности с использованием ледолазного оборудования. Драйтулингом можно заниматься и на скалодроме, и на естественных скалах, а некоторые облюбовали даже рядом стоящие бумы, похожие на бревна. Расскажи, зачем ты это делаешь?
Я зачем это делаю? Не знаю, такая пруха. Я вообще музыкант. Вообще вот еще в науке работаю. А так вот просто почему-то, вы знаете, прет. Почему тебе это нравится? Сам не знаю. Меня сами друзья говорят, ты что, дурак? Что ты им отвечаешь? Не знаю, я такой. Ты, наверное, в горы ходишь? Да, я хожу в горы. Но меня не понимают, честно говоря. Вчера я был в театре. Честно, смотрел высокое искусство. Играл на гитаре. Сегодня я вот так сел. Пух! А скажи, каким-то образом вот эти навыки применяются в горах, вот в походах? Все вот эти, как бы казалось, соревновательные вещи, они потом помогают в реальной ситуации быстро отреагировать и часто спасти человеку жизнь или избежать серьезных увечий. Какие наивысшие точки ты покорял? Я самый большой был на Эльбрусе. Я больше люблю технические маршруты, где можно вот таких вещей поделать. Почувствовал ли ты себя самым сильным, самым могучим после покорения Эльбруса? Честно признаюсь, вот смотрите, я плакал как девчонка, когда я туда зашел в первый раз, это было в 2007 году, я был еще новичком, я буквально уже вылез на бровях туда, тяжело очень было, хотя я же говорю, там идти совершенно нечего, это же я тут на буме показал, это технически намного сложнее, но вылез, и это было такое счастье, и почему вы спросили, чем это занимаюсь, ну все успешные спортсмены, Они фактически всегда успешны в жизни. Если вы хотите покорить высочайшие горные массивы, то знайте, начиная с высоты 5000 метров, они покрыты ледниками, поэтому вам будут просто необходимы навыки ледолазания. Пришло время нашего мастер-класса, и провел нам его призер международных соревнований по ледолазанию Валентин. Почему тебе нравится этот вид спорта? Это драйв, это кураж, то есть стоять на пьедестале – это непередаваемое чувство, как бы счастья, наверное. То есть, и когда я лезу, летящий лед, блестящий на солнце, который откалывается от ледоруба, от сосульки – это очень классно. То есть это стоит только попробовать. Но надо откалывается и летит, например, в лоб тебе. Ну, поэтому я каску одеваю, чтобы ничего не было такого. Сейчас у меня в руках обычная страховочная система. Как бы это стандартное снаряжение для пребывания на высоте. В скалолазании мы такое уже изучали немножко. Да, то есть вы, я думаю, уже в этом деле продвинутый новичок. Угу. Дальше. Мы на ноги мы обуваем вот такие зубастые вещи, которые называются кошки альпинистки. Хорошо, когда они очень острые. На соревновании это чу так, что тут называется в иголку, когда здесь очень острая в иголку. Ледорубы различные формы, цвета, под цвет системы, под цвет кошек, гламурные, негламурные, профессиональные, полупрофессиональные. То есть именно эту штуку мы забиваем в лед. Мы за нее, у нас их две в каждую руку, и мы с помощью ее лезем по льду. А скажи, многие, когда вверх поднимаются, берут в зубы это, ледоруб. Что это? Для чего? Это профессиональная штука, потому что когда мне надо поменяться на одном ледорубе, двумя руками держать, я могу положить на плечо, и я его не, ну, второй ледоруб не контролирую, он может упасть. Поэтому есть вот такая традиция. И делать движение дальше. Валик, расскажи мне, какая техника лазания по льду? Надо очень аккуратно забивать ледовые инструменты и стараться вес тела держать на ногах, чтобы висеть не на руках, а стоять на ногах. Кошки на ножках, тяпки-культяпки в руках. Ну что ж, теперь осталось покорить ледовую вершину. Может быть совершенно не скользким, если у вас есть упрямство, сильная воля и снаряжение ледолаза. Вот так легким
движением ноги вбиваешь кошку и поднимаешься вверх. Это сложнее, чем скалолазание, потому что ты не мочками пальцев нащупываешь зазоры, за которые можно ухватиться, а делаешь это нечувствительным краешком ледоруба. А еще для этого вида спорта нужна недюжинная выносливость, потому что во всем требуется сила. Вот это какая-то пиковая точка. Так хочется немножечко отдохнуть. Все-таки преодолеть эту вершину. Ручки, будьте сильными. Вот она, зацепочка. Мамочка. Ой, это настоящий экстрим. Я сделала это, я покорила эту ледовую вершину сама. Фух, и теперь я горжусь собой. Ребят, спускайте меня. Это реальный адреналин, это реальный экстрим. Это не просто, это действительно тяжело. Руки сейчас у меня просто ходят ходором. Ноги, ну не знаю. Просто хочется упасть и лежать, и отдыхать. И ничего больше не делать. Мышцы чувствуются, ну просто каждая. Вообще классно. Сьогодні ми стали на слизький шлях і змогли втриматися на ньому. А як ви думаєте, що ми вигадаємо наступного разу? Залишайтеся з нами, бо з нами ви зможете все. Сьогодні ми стали на слизький шлях і зрозуміли, що ми можемо втриматися на ньому. А якщо вам цікаво, що буду на наступному тижні, залишайтеся з нами. Я не можу, Макс.